капитан. Я уж начал беспокоиться. Рад, что вы справились, сэр. Моя дорогая супруга Сара, Ной и Эбби, если вы это читаете, то с полной уверенностью... Наша цель, капитан. Пришло время операции «Черный флаг». Начинаем прямо сейчас. Капитан, лейтенант, сегодня мы понесли неслыханные потери. Капитан Олдер, капитан Ферн. Штаб-сержант Амар погиб на Весте 3, сэр. Печально. Хороший человек и десантник. Я не смог его спасти. Не вини себя, сынок. Мы не можем позволить себе терзаться бесплодными сожалениями. Мне доложили, что Стратком одобрил вашу операцию в Женеве. По вашей просьбе пленный будет доставлен в Женевский штаб ЮНСА. Медики извлекут транспондер из брюшной полости, после чего устройство будет сожжено. Я сама поведу Ворон до штаба ЮНСА. Там будет операционная база. Согласно плану, флот СДФ, включая крейсер «Олимп», получит сигнал к наступлению, войдет в воздушное пространство и попадет под огонь орудий «Атис». Отлично, капитан. Конец связи. Ключ на старт. Летим домой. Айми, даю сигнал. Старт через 3, 2, 1. Что с оценкой? Хорошо. Точность 0,98. А ты молодец, Крок. Как я на байке гоняю. Потом покатаемся. Погоняем потом. Вот и прыжок. Глушим на входе. Через 3, 2, 1. Заклад. Отклонение 0-0. Идеальный прыжок. Ты просто ас, Крок. Лучше по эту сторону солнца. Так и есть. Идем на полетную палубу. Береги себя, Крок. Не лезь в пекло. Я дам сигнал, если надо. Прыжки в эту атмосферу — гиблое дело. Принято. Отдаю управление. Что ж, или это будет стратегически гениальный ход. Или? Или тебя понизят, и будешь мне подчиняться. Сказал же, мы вернемся домой. Не уверена, что я этого хотела. Капитан, лейтенант. Гриф. Значит, вы направляетесь на поверхность Матушки Земли. Самая желанная награда, Гриф. Среди обломков полно укромных мест для засад. AT-AD с ищейками помогут их обнаружить. Спасибо, Гриф. Правда. Внизу будьте настороже. И не упускайте этого выродка из виду. Лена и не знает, что его ждет. Ему сохранят жизнь? Женевская конвенция, статья 3. А жаль. Срежем! Лейтенант, капитан. Только сделала с Тигром. Надо было мне высадиться с вами. Я понимаю вас, босс.
Десант грузит броню на первый. Ворон 2 твой. Все готово к отплытию, капитан. Занимайте места, Джон. Сэр, они грузят пленного. Майор Огус передает сообщение. Позывной Эхо-6. Выведи его сигнал к нам на экран. Посмотрим, что там внизу. Ясно. Ведешь наблюдение, Солт? Словно ясно. Капитан Рейс? Майор? Этот урод создает проблемы, сэр. Чем скорее мы его вырубим, тем лучше. Эхо в 5 минутах от здания ЮНСА. Город эвакуировали, так что движемся мы быстро. Встреча с вами, адмиралом, в медицинском зале. Время прибытия? 3 минуты. Я справлюсь за 2. Принято. Отбой. Есть отстыковка. Минута до атмосферы. Ворон Земле, Скар 1-2, разрешите вход в атмосферу. Принято, 1-2. Вход разрешаю. Добро пожаловать домой. Внимание всем! Нападение на транспорт Эхо! Мы под плотным огнем! Вот наш конвой, Рейс! Есть! Давай туда! Поняла! Вижу колонну. Подбрось нас к ней! Конвой уничтожен. Повторяю, Эхо уничтожен. Маршрут под ударом. Вас понял, 1-1. Приоритет поиски цели. Мы должны вернуть транспондер. Понял. Начинаю погоню. Высади нас здесь, Сол. Принято. Итан, вперед! Ближе не получится! Солт, прикрывай! Жди моего доклада! Прикрываю! Есть ожидать! Итан, ищи грузовик! Сюда! Эхо, 1-1, как слышно? Эхо, это 1-1, как слышно меня? Нужная машина впереди, да? Понял, жди нас! Майор, медики на подходе. Где заключенный? Они его забрали. Они там, сзади. Идите, сэр, я займу оборону. Чума! Нужно заглушить связь в этом секторе, чтобы отсечь цель. Пленник опознан. Не нравится мне это, Рейдер. Солт, если он доберется до терминала и уничтожит транспондер, нам крышка. Принято. Приведу десант. Он у меня на прицеле. Что за флигель? Район контролируется фронтом обороны колонии. Открой меня! Противник пропал нам.
Почти, сэр. Перекрыть дверь!
еще ваша храбрость. Скан, группа один. Ты человек с земли, жертва проигранной войны. Этот железный щит — ничто. Наш мир беззащитен. Это истинная храбрость. Прыжку в атмосферу. Волна вырубит Олимп, и мы проникнем в него. Что у вас там стряслось? Рай мертв. Он уничтожил транспондер. Мы идем на захват Олимпа. Возмездие готовится к прыжку. Внимание всем! Олимп открывает огонь! Адмирал, вам нужно в бункер! Они стреляют! На шакал! Всем постам! Наша цель — Олимп. Задача — захват. Адмирал Коч мой. Крок, прыгаем! Сэр, вход через 3, 2, 1! Теряю мощность! Катапультируйте! К мостику, пока не оклемались. 1-1, на месте. Они остались без связи. Атакуют! Это ваши, все живые! Атакуют!
Итан, на мостик. Так точно. Мой флагман вам не достанется, капитан. Мы все умрем здесь. Я подорву этот корабль, а также ваш город. Ну так давай, Коч, выходи с мостика. Бери оружие и сражайся. Мы не сражаемся, мы атакуем. Уцелевшие земляне будут жить под прицелом и дышать с разрешения фронта. Марс вечен. Бегом на мостик, пока он не взорвал Женеву. Понял. Где мы? У Кубрика, сэр. Придется идти в обход. За мной. Питание Олимпа восстановлено. Теперь они могут взорвать корабль. Подожмем. Итан, теперь куда? Это техботы. Они безоружны. Поняла. Вижу Котча. Атакую. Сэр, вам нужно помешать ему допустить атаку. Дайте их выйти, дитя! Техботы! Убейте робота! Поднять температуру реактора. Выход ионов на максимум. Луч на старт. 10 секунд. Цель еще жива. Итан, отменить подрыв. Захватить ботов. Есть, сэр. Боты отключены, капитан. Си-6, Олимпа теперь под моим контролем, сэр. Всем бойцам САТА, это капитан Рейс. Мы захватили корабль Олимп. Вали, ублюдка, Рейс. Вам никогда не выиграть эту войну. Я все же сумел победить вас, Коч. Моя смерть еще не победа. Я убил адмирала. Железного щита больше нет. Смерти нет без чести. Капитан на месте. Десант, унесите труп. Отличная работа. Готовы стартовать по вашей команде. Это Олимп. Полетели. Значит так, фронт не в курсе, что Олимп наш. Мы идем на Марс. Итан, проложить курс на орбитальную верфь СДФ. Обратим их же корабль против них самих, всю огневую мощь. Фронт уничтожил наш флот. Отплатим им той же монетой. Какие приказания? Жди тут, Крок. Если понадобишься, вызову. Прыжок, Итан. Координаты Марса есть. 3, 2, 1... Через 3, 2, 1. Верфь СДФ. Угол 000, капитан.